Итак, всем привет, и мы начинаем играть на Random Craft. Так, да, вот, я тоже... Я тебя побью сейчас. Лови, бросай, копай. На. Азазаз. Куда ты тут упал, а? Что, не спрячешься от меня? Да. Он не спрятался или спрятался? Не спрятался, говнюк. Вот там Эпплджеков-то сколько! На, лови, бросай, копай! Лови, 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 лови! Ой, свои две. Доста. Лайк. Ах ты ж. Та-та-та. О, наконец-то перестал лагать. Я пошел помогать своим. Что, такой беспалевный он, да? Он очень беспалевный. Бот 305-й. Он вообще жопа какой беспалевный. Так. Вот он, кажется, этот Джордж Армани вылез. Так их там два говнюка. Какой они жопой. Туда. А, привет. Привет. Так, ладно. А, у нас вообще никто не догонит. Так у меня была золотая лопата. Я же хотел десантироваться. Don't stop. Light. On the ground. Опа-на! Прикольно. Прикольно.
Так, ну вообще это отлично. Вон там какие чуваки зарылись. Чат вообще там какой-то. Да. Ну хорошо то, что хотя бы бандикам крикнул. Ладно, пойду проверю обновки. Что там у нас есть? По самой сломанной лестнице. Смотрите, как надо. Нет, не так. Ну ладно, так-то. Так, там кто? Кровать. Так, меня не бить. А, опять начал лагать. Да ну нафиг. Все, это накопал. Мне вот этого будет хватит. Мне вот этого хватает. Все, уйдите от все от меня. Ёма. Так, ну, чтобы меня тут никто не заметил. Все, выключаем свет. Ложимся спать. Самое беспалевное вообще место для спанья. Говорит, Слендермен. О, как это хорошо. О, я наверх, наверх, наверх. Не ломайте, говнюки. Чё? Он не читер тут? Я не могу. О, у меня есть носка. Все, никто ко мне сюда не зайдет. Я уже третий раз этот блок ломаю.
А это кто? Золото, богатство. Меняемся. Замена. Пункт обмена вещами. Вот. Он что, все не снимает, да? Не, он снимает, это хорошо, вот же. А я уже думаю то, что он нифига не снимает, а вот он хорошо. Так, обмен. Ладно. Я туда пошел. Нет, да нет. Так, ну он тут же все, тут невыгодно. Такая работа. Итак, мы продолжаем. Это не прибыльно. Пункт обмена. А, да. Куда? 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 А ну обратно иди. Щит. А там что? Что это за блок? А, это блок облака. Шерсть. Щит. Лопаты нет. С вороном. Одно и то же. Что-то стекло нет. Стекло ломать нельзя. Или можно?
ладно, я десантируюсь. А, зачем? Вещи, вещи. Ну. Вещи я возьму. Оставлю, пойду. Я быстрее сейчас ведь солит. Но, давай. Давай, ломайся быстрее. Давай. О. Это вот жесть. Он уже какой-то говнюк на нас. Что это за течение? Богами такое течение. Так. Ой, лесик. Багажное отделение. Ну все, теперь можно мирно. Стрелу тоже положу. Теперь можно идти мирно. Всех убить. Убить всех людей. Мирненько. Ах ты ж! Щит. Не видно этого говнюка. Ну все. Он так от меня уже скрылся. Скрылся. Ну ладно. Его, кажется, уже замочили. Ей-ей-ей. Заходи, кто-то говорит. Это не откроется, Анна, он не должен. Озон, привет. Вы помните его? Это создатель вон того вот дома. Привет, дружбан. Ну ладно, раз его нет, пойду за приключениями. Да, сейчас меня там. Ах вы говнючки-то. Говнючки. Очень вежливо буду говорить. А, да. Вот как надо быстро его сливать. Такого вот. Бэтмена. Ах ты ж Бэтмен. Ах ты ж. Я тебе устрою сейчас красивую жизнь, Бэтмен. Чего я бить не могу? Ты что, Бэтмен? Бэтмен, с тобой все нормально? Бэтмен! Щит. Читер. Бэтмен. На тебе пощечину. На.
Подводный десант. Под воду! Под воду. Хопа, хопа, хопа. И что он не бьется? Я его уже какой раз бил. Читер. О, не, я тут пойду. Вот еще один бот. Я, короче, теперь в их обороне. Воронин. Воронин, Воронин, Воронин. Щит. Гонстер. Гонстер пошел. В бой. Вот он мой крякнутый табандикам. Крякнутый. А ну куда попёр? Иди сюда. Иди, иди, куда ты тут, петушок? На-н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 а. Всё, слил. Ах ты ж. Все, мне это оружие. Тра-л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 а. Привет! Ты меня помнишь? Я тебя помню. Я тебя прекрасно помню. И тебя помню. На-на-на-на-на-на. Помню. И тебя я помню. Тебя я отлично помню. Оп, оп, оп. Я вообще беспалевный, меня вообще никто не видит. Прикиньте. Опа, опа. Опа, 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 пацанчик, опа, лови пульку, жри, жри гравий, жри, жри обработанный гравий. Жри обработанный гравий, жри металл, жри железо, сказал. Ни свинец не ешь, ни гравий обработанный. Так и ешь, железо. Вот сейчас. Панда, я тебя помню. Ах ты говнюк. Я камикадзе. Ах ты белый мистер Фрост. Ей, белый мистер Фрост. Такой морды ты недовольный. Аса! Я слюбил. Тук-тук! На, держи, Вася. А-да-да-да-да-да-да. А-да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 . Двоих слил. Все, смываемся. Аз-за-за-за-за. Кто ж стучится в дверь квартиры? На тебе, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Нахуй, на, слоупочина. На, держи тебе слоупок. На. Потому что тут больше всех убил. Что? Ничего. Вон там еще на наш фронт идут. Немцы. А если я тебя? Я не могу.
Ла-ла-ла-ла-ла, я вообще какой беспалевный. Иди сюда. Не бойся. Иди сюда. Иди сюда, мой друг усатый. Я тебя тут по IP вычислю. Ах ты, друг тут усатый. А-да-да-да-да-да-да. А-да-да-да-да-да-да. Белый мистер Фрост. Белый мисс. Белый мисс. Васа! Как хорошо. Ах ты ж. Кольчужная зараза. Я ведь себя по IP вычислю. Говнюка-то такого. А, не закрыли. Что, обоссался, да? Кипятком сышь. Погнали! А-за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 -
выживешь. Я тут не думаю. Губка. Боб. Квадратные. Но. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, я камикадзе. Иди сюда. Иди сюда. На тебе! На-н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 а. На-на-на-на-на. Кактусом. Обнимашкой с кактусом. В сундуке ничего нету. А ну иди сюда, будешь с кактусом тут обниматься. Обнимашки с кактусом. Ах ты ж. Вон он. Опа-на. Опа-на. Опа-на, как умею. Опа, как умею. Опа. Опа. Америка, Европа. Щит. Так. Итак, вот мы продолжаем. Это уже одиночная игра. Но все-таки помните, то серию там, где была первая. Ну, это, конечно, там была не самая долгая серия, но все-таки. Тут, ну, тут пещера, короче. Тут сейчас я все-таки поборю свой страх и попытаюсь в нее зайти. Ну, вот вы представляете? Это реально, без шуток. И что-то страшное. Щит. Ганстер. А, сейчас мы это все тут осветим. Тим сейчас все осветим. Щит. Ладно, сейчас мы все будем. Реально. Ну, кто тебе сказал, что пип? О, прикольно. Там еще всякого говнишка полон рот. О, да тут тарай. Рай для человечества, большой прыжок для мыши. Я сейчас только тут сделаю знаки, куда надо идти. Нифига. Да, нужно срочно сейчас буду делать какие-то условные знаки, то что типа вон туда иди. А то еще потом заблужусь. Без дома останусь. Буду бомжом Серегой. А мне этого не надо. Поэтому мы берем. О, сколько угля. Палочки. Где можно будет. Опять. Патихард. Патихард с мышки. Что же нам будем отмечать? А давайте-ка вот этим вот все будем отмечать.
все, берем отметку, куда надо идти. Тут ставим вот сюда. Нифига, ну ладно. Ого, ты там серьезное говнецо. Надо тут выбираться, проблемка. Ну и пофиг. Это просто я показываю факелами путь, куда надо идти. Ой, моя железка. Еще тут одна. Сюда. Еще одна пещера. Пещера на пещере. Надо показать то, что вот куда сейчас надо нам идти. Туда и туда. Чтобы нам не заблудиться. Так, все, теперь пошли добывать самые хорошие вещи. Сколько же там? Да, хорошо, то, что тут я играю на мирном. Но все-таки сколько же тут же этого железа? Это какой-то проход вниз. Вот все. Вот будет у меня алмазный меч. Поставлю себе на легкую. Так, это круг. Это круг. Вот он. Нет, это не круг. Там пока еще не знаю. Напишите в комментарии, идти мне вон туда вот. Или не надо. Там, кажется, лава. Ну ладно. Пойдем кому наверх. Вот прям может заблудиться. И давайте все-таки добудем, если тут нет, тут кажется, все больше нет желез. Или есть. Я где-то видел, но не помню где. Вот он, проход. Пам-пам-пам. Вдруг сейчас алмаз найду. Или хотя бы то, что я вообще нигде ни разу не находил. Ну, типа золото, да, я его не находил. Выживание. А в креативке чего только... Так. Тут откуда факел? А, ну понятно, туда вниз хотел спуститься. Там, кажется, тоже сейчас добрышка. О, да. Вот она, моя добрышка. Я, конечно, не знаю, что со звуками. Может, там... Может, там сейчас вообще будет какая-то жопа со звуком. Я сейчас ничего вообще не слышу, эти звуки. А вот теперь слышу. Там, короче, кто-то долбится. Нет. Ой. Да, и вот, кажется, на этом моменте я забыл, где дом. Потому что если я забуду, где дом, то мне придется включать креативку и летать тут по всей этой пещере. Туда идти не надо. Ага, вот все, помню, куда надо идти. Пошли. И там же обрадуемся. Сколько же я всякого тут добра понабрал. Ну, конечно, я мало. Ну. 21 железо. Вот что значит не бояться пещер.
Сейчас что? Сейчас день. Так, и сколько это уже серия длится? 35 минут. Давай сейчас до 40. Может и подольше. Ну хорошо, конечно. Кстати, вот в той серии я, конечно, обрезал, но все-таки подписывайтесь, напишите просто в поисковике Ютуба Мистер Мистерио 1, 2, 2, 3. И там Мистер Мистерио, подпишитесь, там будут всякие классные уроки, так же как найдите в плейлисте уроки и третье, как крякнуть бендикам. Вот, все правильно. У меня он крякнутый. Ой-е-е. Потихот, потихот. Пока я пропишу геймру. Йоу, наконец-то. Так, ну давайте сейчас подготовимся к алмазам. Сколько же будет наносить? Так, вот он Мистерио. Сейчас подождите 5 секунд. Так, и вот мы уже заканчиваем серию. Так она вообще закончилась, эта серия. Да, ну вот такая вот долгая. Просто я уже снимаю вечером. Мы где-то была пауза днем, а сейчас же вечер. И вот мы заканчиваем серию. Так что поставьте лайк, да, дружненько. Если хотите, чтобы еще вышла серия с моим другом. Да, ведь вы же хотите. Поставьте лайк и подпишитесь. Я потом так, паузу сейчас пропишу, я сейчас это хуже. А с вами был так, Лала Баллада. Да, Лала Баллада, это точно. Посмотрите, я сейчас крокозябру на русском напишу. Вот, Лала Баллада. И Вован 3013, и зумб-калмол какой-то. Так, ну, если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк. А с вами был Лала Баллада, и Вован 3013, и зумб-канол, и зумб-кан-кол. И если вы сделали это одно и то же. Короче, ладно, ставьте большой лайк, расскажите друзьям. И если вам понравилось, поставьте лайк, расскажите друзьям. Если вам не понравилось, поставьте лайк, расскажите друзьям. Заходите на мой сайт, если будет больше 2 лайка или 3, это уже будет обзор на мой сайт. Да, у меня есть сайт. Заходите в группу ВКонтакте. И все. Пока.